Итоги небольшой рабочей недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Через два дня впервые за два года в нашем крае Барнауле отметят День Победы, так как в допандемийные времена. Масштабно. Праздновать начали еще накануне. Во дворы к ветеранам приехали артисты и устроили концерты. Двор героя нашего материала тоже стал площадкой для выступления. Вообще история Николая Вытоптова, как и большинства ветеранов, удивительна и неповторима. Обладатель ордена Отечественной войны, солдатской медали за боевые заслуги, боевое крещение, да и весь фронтовой путь провел не на Западе, а на Востоке. Подробнее в следующем сюжете. Житель села Колбаны Советского района Николай Вытоптов повестку в армию получил в 1944 году. В Бийске посадили в эшелон и повезли в Красноярск, где его и других новобранцев до апреля 1945-го обучали военному делу. В конце месяца отправили на Дальний Восток. Там получили команду выдвигаться к китайской границе для помощи Поднебесной в освобождении городов от японских оккупантов. Шли мы как? Ночью шли, днем все в тайге, на дороге никого не было, чтобы не засветиться. Подошли к границе, нейтральная полоса, вспахана примерно на 200, шириною полоса идет, нескончаемая налево и направо, вперед и назад полоса. Воробей, если немножко заметно будет. Поэтому шпиона легко было обозначить, прошел. Что японцы умудрялись сделать? Привязывали якобы копыта коровы, ну и шагали через это. Ну, наши опытные пограничники были, они старше возрастом, опытные, они все это обнаружили. Советско-японская война, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой, длилась меньше месяца. За это время боевых действий прошло немного, вспоминает фронтовик. Но нашим солдатам порой было непросто различить, где враг, а где союзник. Если со стороны вы, например, или кто-то, их не распределяют, что японец, что и китаец, узкоглазый. Он переоделся в китайца, а он солдат японский. Забирали его и все. Взять в плен японца, рассказывает ветеран, было невероятно сложно. Попав в окружение, азиатские солдаты, словно самураи, совершали харакири, чем шокировали советских бойцов. И все же наши и здесь взяли победу. Прежде всего, тактикой и стратегией. Матушка России, тысячу лет ей исполнилось, например, так. Она у всех поперед горла. Ну, кто только, и монголы, и татары, ну, кто только на Россию не пытался. Ну, русский мужик, настолько он терпелив, что ли, или сил, энергии ему уникает. Ну, пытались победить-то, слава Богу. Уж война отечественная была, вот это вот, и издевались там, и все такое. Ну, выдержали. Из армии Николай Константинович уволился только в 52-м. Говорит, Бог миловал, и за все время ему не пришлось брать грех на душу и лишать кого-либо жизни. При этом он признает, многие солдаты заплатили куда большую цену за великую победу. И вместе с родными он поздравляет с наступающим 9 мая всех тружеников тыла, всех ветеранов Великой Отечественной. Давай выпьем за победу. Да, за великую победу русского народа. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. «День с толком». С песнями, стихами и георгиевскими лентами в микрорайоне Болиндер города Заринска прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На сцене Дома культуры выступили местные артисты. О том, как поздравили зрители и молодые исполнители, а также какие эмоции в этот праздник испытывает старшее поколение. В сюжете Софии Яценко. Настроить гитару, проверить ударные. У ребят из рок-группы «Квинта» впереди ответственное выступление. Но на этом концерте, посвященном Дню Победы, они сыграют впервые на новых музыкальных инструментах. Установка, конечно, замечательная. Тут все новое, все звучит прекрасно. Это прям хороший звук по сравнению с тем, что было уж точно. Это прям... Ну, такого звука я нигде не слышал, потому что везде барабаны уже, как сказать, в использовании долго, а эти как новые, поэтому звучат хорошо. Новая ударная установка, бас-гитара и вокальная радиосистема появились у ребят в апреле благодаря депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Перед концертом группа уже успела как следует порепетировать, а заодно и сравнить звучание. Вот сейчас намного лучше. Вот прям чувствуется такой драйв, когда вот поешь на сцене, прям этот бит вообще наполняет энергией и вообще классно.
Послушать песни о войне и мире, почтить память земляков, погибших в Великой Отечественной войне. На праздник, который объединяет все поколения, пришли многие. У нас уже это все, что называется, в голове отложено еще с самого-самого. А ребятам, конечно, надо это слушать, надо это петь, чтобы хотя бы немножко толечка какая-то дошла до того, что это было, как это было. Чтобы они не забывали, что мы ими гордимся, что они не зря сделали свой подвиг. Тем, кто застал военное время, особенно сложно сдерживать слезы, но своих эмоций они не скрывают. Для меня это гордость, потому что у меня дедушка тоже воевал. Ну, правда, он пришел домой, это жив-здоров, но вот это ранен был. И второй дед, и по мужу дед воевал, он пришел, вот это раненый, умер в 90-м году. Ну вот для меня это очень большая память. Внук выступать будет, стих рассказывать, плакать баба будет. Да я вообще эти концерты люблю. Такой день еще у меня папа на войне погиб. Так что, то есть мне уже 81 год пошел. Места для ветеранов давно поредели, оно и понятно. С мая 45-го прошло уже 77 лет. Детей войны поздравили красными гвоздиками и выступлениями, которые берут за душу. Нет, сказали мы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом брод. София Яценко, Александр Антропов, «День с толком». К теме праздника мы еще вернемся, а пока к другой, не менее актуальной. С мая в стране, в том числе в нашем регионе, начали действовать новые ставки по льготной ипотеке. Получить кредит на квартиру теперь можно не под 12, а под 9% годовых. Как это повлияет на алтайский рынок жилья и какие еще антикризисные меры, по мнению алтайских застройщиков, нужно срочно принимать на уровне федерации. В сюжете Елены Макаренко. Александр один из тех, кто искренне обрадовался снижению ставок по льготной ипотеке. Процентная ставка слишком большая была, то есть как бы ну неподъемно маленько было, тяжело было бы, а сейчас попроще намного. То есть 9% вполне приемлемо? Ну да, в планах, то есть взять квартиру побольше, потому что дети растут, и места уже становится мало. Ну трехкомнатную, двое детей, чтобы и школа была рядом. Снижение всего на 3 процентных пункта с 12 до 9 как спасательный круг для семей, которые были вынуждены отложить покупку квартиры после экстренного повышения ставки Центробанком. Но большинство потенциальных покупателей, говорят эксперты рынка недвижимости, пока в состоянии наблюдения. Они уже не паникуют и не суетятся, но еще присматриваются и прицениваются. Вопрос в другом, что за это время поднялась стоимость квадратного метра, стоимость самого жилья. И тогда получается, что человек должен взять большую сумму кредита, чтобы выкупить эту квартиру. И, соответственно, от большей суммы кредита и платеж нагрузка на семью становится, конечно же, выше. При этом снижение ставки по ипотеке, признают специалисты, послужит драйвером для рынка новостроек. Но в то же время эксперты подчеркивают, сегодня в поддержке нуждаются не только заемщики, но и девелоперы. Последние просят пересмотреть программу проектного финансирования. Они настаивают на частичном раскрытии эскроу-счетов. Застройщики о чем говорят? О том, что вот, допустим, сегодня они выставили новый ЖК. Допустим, потребность у клиентов есть, и они покупают этот новый ЖК и наполняют экскроу-счета вот в 2022 году, допустим, в мае месяце. Дом строится в среднем 1,5–2 года, и через 1,5–2 года застройщик приступает, скажем, к раскрытию экскроу-счетов. А что будет с этим рублевыми деньгами, да, на тот момент? Застройщик не знает. Частичное раскрытие эскроу-счетов, считают застройщики, станет хорошей антикризисной мерой в условиях санкций. Иначе деньги, которые придут после завершения объектов, обесценятся. А с учетом роста цен на стройматериалы, новые проекты придется приостановить и смириться с тем, что строительная отрасль больше не локомотив, а скорее тормоз экономики. Елена Макаренко, Алексей Фризин, Вадим Быстревский. День с толком.
Впереди нас ждет еще несколько выходных. Горожане устремятся на природу. Эпидемиологи предупреждают, пик активности клещей в нашем крае обычно приходится на май. С 3 апреля в поликлинике с жалобами на присасывание обратилось почти 1300 человек. Треть из этого числа – дети. Их, по словам специалистов, труднее удержать от потенциальной опасности, например, прогулок по лесу. Впрочем, жителям сельских территорий еще сложнее. По статистике, 80% клещей они ловят именно в населенных пунктах. Как себя обезопасить? Есть ли смысл прививаться сейчас? И о ком еще, кроме себя, стоит позаботиться? Об этом Анастасия Дороган говорила сегодня с главным эпидемиологом края Ириной Переладовой и специалистом отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Еленой Черкашиной. Зарегистрировано 1294 человека, пострадавших от присасывания клещей. Из них 580 человек – это жители города Барнаула, остальные – это жители края. Из 1294 человек 442 – дети до 14 лет, в том числе барнаульских – 106 человек. Ну, в настоящее время идет рост активности клещей. Кроме того, рост посещаемости населением природных очагов, соответственно, ну, это все логично. То есть у нас идет рост присасывания клещей, много пострадавших. А из тех клещей сколько больны клещевым энцефалитом, боррелиозом? Клещи, которые сдавались на исследование в лаборатории медицинских организаций, страховых организаций, значит, выявлено 14% заражения клещей как боррелиями, так и клещевым энцефалитом. А эта цифра 14%, она примерно каждый год одна и та же или это уже больше, чем... Ну, обычно в этом районе бывает. Каждую неделю немножко цифра варьирует в зависимости от людей, которые пострадали. И чем хорошо, что когда клещ исследован и выявлено, что он заражен какой-то клещевой инфекцией, то врачи абсолютно спокойно могут назначить лечение адекватное, и человек просто не заболеет. Из тех людей, которые обследовали клеща, у которых был выявлен, например, боррелиоз или был выявлен клещевой энцефалит, они не заболели этими инфекциями в связи с тем, что им было назначено адекватное лечение. Угу. Ирина Владимировна, а не поздно ли еще ставить прививку? Прививку ставить вообще никогда не поздно. Ограничений в постановке прививок, тем более против клещевого вирусного энцефалита, временных ограничений нет. Есть рекомендации тогда, когда мы стараемся без ограничений в свободе передвижения человеку поставить прививки. Сейчас тепло, на улице настоящая весна. Люди стремятся, как Лена Николаевна правильно заметила, на природу. Кто-то на дачу поедет, кто-то отдыхать, кто-то в соседнюю Республику Алтай. Поэтому, конечно, хочется и нужно быть на природе. Но в это время, если мы ставим прививочки, самый главный период, первые две недельки, пока формируется иммунитет, создать человеку такие условия, чтобы исключить возможное присасывание клещей. А вообще лучший период для прививания – это март? Лучший период тогда, когда наши клещи спят, тогда, когда холодно. Иногда бывает так, Лена Николаевна поправит, если я ошибусь, года 2-3 назад у нас сезон присасывания клещей начинался, ну, после 20 марта. Поэтому весна на весну не приходится. А бывает так, что в ноябре месяце у нас теплейший ноябрь, когда у нас люди выходят на природу, нет снега, и у нас в ноябре, к началу декабря, у нас идет обращаемость с присасываниями клещей. Когда становится отрицательная температура, ставить прививочки против клещевого энцефалита. То бишь это октябрь-ноябрь, иногда в декабре ставят, в зависимости от того, у кого какая схема прививок, какая прививочка по счету идет и так далее. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы продолжались эти прививочки в феврале-марте. Сегодня май настал, но тоже можно ставить и в мае, и в июне, и в июле, 12 месяцев в году. Как у нас обстоит дело с вакцинами?
Вакцины у нас есть. У нас на сегодняшний день в крае примерно 30 тысяч доз вакцины, которая реализуется для вакцинальной кампании детей против клещевого энцефалита. Для взрослых вакцина есть в негосударственных прививочных кабинетах и может быть поставлена за счет собственных средств граждан или поставлена за счет средств работодателей. Я хочу обратить внимание особое, что иммуноглобулин сегодня тоже у нас есть в наличии, почти 10 литров, то есть 10 тысяч миллилитров. И, как правило, мы его тоже рекомендуем и используем для детей. Для взрослых есть альтернативный метод профилактики, который назначают наши доктора. И препарат этот называется йодантипирин. Это не реклама. Это как раз тот препарат, мы же говорим про противоклещевой иммуноглобулин, да? Это сегодня тот препарат, который используется. И ровно так же для взрослых используется этот препарат в определенной схеме, в определенный период, который нельзя пропустить. То есть это не надо вспоминать через неделю, не надо вспоминать через месяц. Ах, ох, когда уже вроде как клиника началась, как же, чего же. Это уже будет поздно. Стараться нужно в кратчайшие сроки после присасывания клеща решить вопрос по профилактике. Правильнее сделать так, как уже было сказано. То есть определить, был ли поражен клещ возбудителями той или иной клещевой инфекции. И уже, конечно, доктору это на руку сыграет, повторюсь, назначить правильное профилактическое лечение. Лена Николаевна, раз уж мы говорим про иммуноглобулин, а какие самые опасные места вот в городе по клещам? Ну, в городе, в Барнауле, в основном, это территории по краю города, то есть это вот эти населенные пункты типа Черницкая, Лебяжья, Ганьбан, Научный городок, ну, все, что вокруг, Власихинский вот кусок. А, значит, на территории, на самой у нас существуют территории, которые недостаточно расчищены, и там образовались, ну, антропургические очаги, прям так скажем. Это на Космонавтов аллее возле оптового рынка. Это роща по Солнечной поляне. Вот. Это у нас бывший парк Юбилейный. Достаточно запущенная территория, которая требует расчистки и обработки. Несмотря на то, что эти территории каждый год город обрабатывает, то есть городской муниципалитет каждый год выделяет довольно приличные средства на проведение обработок городских территорий, зеленых зон, парков, аллей. В настоящее время вот проводятся эти обработки. И тем не менее, даже обработанные вот эти опасные территории, они не являются таковыми недолго. Через некоторое время, так как они не расчищены, и клещи во время обработки укрываются, более глубоко уходят в подстилку, и когда препарат заканчивает свое действие, они выходят и продолжают кусать. Тем более на этих территориях водятся грызуны, водятся собаки, и как бы эти животные и птицы летают, они разносят клещей, поэтому вот эти обработки, это, конечно, хорошая штука, но хорошо бы было еще и поддерживать санитарное состояние города и газонном состоянии все аллеи. Вот в Ленинском районе вот эти две территории достаточно проблематичные. А сейчас уже начался самый пик активности клещей? Или мы все еще подходим к нему? Нет, он нарастает. Вот из недели в неделю все больше и больше. Если предыдущую неделю было там 300 с небольшим покусанных, эта неделя уже 600 почти, 580 и так далее. То есть в общей сложности уже 1300. Оно будет нарастать примерно до конца мая. Несколько правил от вас, как уберечь себя все-таки от этого паразита? Ну, в первую очередь, конечно, это вакцинация. Она всегда и везде эффективна. То есть не надо переживать, что заболеешь. Либо если заболевание пройдет, то оно пройдет в достаточно легкой форме. Кроме того, необходимо соблюдать правила, правильная защита своего тела от наползания клеща. То есть правильно одеваться.
Ну, это уже достаточно известные правила, когда брюки заправляются в носки, когда рубашка заправляется в брюки, и на голову надевается капюшон. То есть полностью закрыть доступ клещу к обнаженному телу и использовать репелленты. Репелленты продаются как в аптеках, так и в хозяйственных магазинах. Только обязательно надо обращать внимание, чтобы это было антиклещ. Если снимете клеща с одежды, его сожгут обязательно. Ни в коем случае давить клеща нельзя. Хотелось бы обратить внимание, потому что путем контаминации, то есть вот раздавливания, можно внести вирус через микротрещины кожи. Если вы берете с собой на природу домашних питомцев, то желательно их тоже обезопасить в том плане, что надеть противоклещевые ошейники. И есть специальные препараты, которые не только как ошейники, а там капли на холку, и бывают уколы ставят, и какие-то таблетки дают. Но это все ветеринарная специфика защиты животных. Но придя домой, обязательно осмотреть животное, обязательно его прочесать очень-очень тщательно, на белой простыне все это дело проделать и собрать этих клещей, чтобы они не остались в доме и не переползли на обитателей дома. Угу. Кроме того, еще с природы привозят клещей с цветами. Вот цветы – это тоже такая штука, достаточно небезопасная. Возвращаемся к теме. Зимой мы рассказывали о семье из Новоалтайска, которая пыталась решить важную проблему. Главе семьи, как сироте, выдали жилье, в котором обитала плесень. И лишь спустя время проблему удалось разрешить. А далось это решение совсем непросто. Анна Аршагирова знает подробности. Вот еще осталось вещи разобрать детские и, в принципе, все уже. Все самое страшное позади, а именно плесень и сквозняк. Для уюта в новой квартире нужно всего-то пару штрихов, чего нельзя было сказать о прежнем жилье. Черные стены и гуляющий ветер в квартире, которую в прошлом году предоставили главе семьи как ребенку-сироте, ввели Андреевых в ступор. Закладываем стену для того, чтобы не продувало, потому что у нас ребенок на полу играет, но уже, разумеется, мы его сюда не садим. Он там, на углу, где окно, там, то есть, то же самое. Плесень, то есть, также проступает. В таких условиях Андрееву жить побоялись, зная, например, что от влажности в квартире недалеко и до туберкулеза. Но, видимо, мало что в этом понимали ответственные лица, которые заселили семью с полугодовалым ребенком в незавидные квадраты. Впрочем, при заселении обои были сухими, говорят жильцы. Плесень дала о себе знать меньше, чем через месяц. В РЖУ заявили, дефект кроется в межпанельных швах. Мы при предоставлении этих жилых помещений детям-сиротам всегда говорим, если выявляются какие-то непосредственно, так скажем, при использовании жилого помещения какие-то недостатки, дефекты и так далее, просьба обращаться непосредственно сразу к нам. Андреевы о дефекте сообщили сразу, но о новом жилье не было и речи. Если бы не средства массовой информации и государственные структуры, да, то есть, ну, мы бы не справились с этой проблемой. Реально, вообще, когда вышел ваш эфир первый, то есть предалось огласке, уже, соответственно, не среагировать никто не мог. Нам начали все звонить уже. Дело дошло до Следственного комитета России. После визита заместителя генерального прокурора на Алтай семья все же получила ключи от новой квартиры. Эту историю Андреева называют своей маленькой победой, а бороться было за что. Теперь черная плесень не сможет повлиять на здоровье семьи, а маленького Сеню отпускает играть на полу. Сквозняков бояться тоже не приходится. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в России отмечают День радио. В последние годы этот формат СМИ переживает возрождение. Во-первых, устав от картинок, люди выбирают возможность слушать. А во-вторых, с каждым годом растет популярность подкастов. В Барнауле радио активно слушают с 30-х годов прошлого века. Очевидцев того времени мы, конечно, не застали, но встретились с нашей коллегой Лилией Рачковской, чтобы поговорить о ее радиоработе в перестройку, отношении к современной журналистике и важности дела всей ее жизни. Это был мой кабинет, первый самый. Стоматологическая клиника для детей, а в 80-х здесь базировалось краевое радио. На тот момент печатный журналист Лилия Рачковская устроилась сюда работать с организаторами радио. Других вакансий не было. Скоро она поняла бессмысленность этой должности, добилась ее упразднения, прошла экзамен и получила доступ к микрофону. Вообще-то считается, что журналист через 5 лет должен менять место работы, иначе он закостенеет.
Ну, в общем, с тех пор я не меняла место работы. И я никак не могла даже себе представить, что я буду всю оставшуюся журналистскую свою практику работать на радио. После газеты пришлось привыкать, что сказанное в эфире слово не воробей, что собеседника нужно успокоить перед записью. В первые же годы работы за программу «Диалектика перестройки» Лилия получила журналистскую премию. Возможно ли такое сейчас? Сейчас такое время, когда нельзя все сказать, что ты думаешь. Если кто-то хочет работать, вот, либо в YouTube уходят, либо они фильтруют, что идет в эфир. Внутреннее ощущение, что это уже не журналистика, это, ну, еще на местах это больше журналистика, а это не та или не та журналистика. То есть вот профессия, которую я получала, она была иная. И вот я не уверена, что сейчас я кому-то бы советовала идти в журналистику, потому что это больше пиар очень часто. Мы боролись за действенность. Вот наше слово, как оно отзовется. Что-то будут приняты меры, и тогда принимались меры. Например, в одно из сел спустя месяц вернули электричество. И таких историй десятки. Однако в памяти передача в День Победы 87-го года об отношении барнаульцев к войне. Самая эмоциональная работа, говорит Лиля. А лучший сюжет Рачковской – тот, который не вышел. Он затрагивал афганскую войну. Я делала все добросовестно, а там уж как получалось, ну, стыдно мне не было. Чем мне современные журналисты не очень импонируют, потому что они прибегают, 5 минут записывают на мероприятие и уходят. Покинула радио она в 2010-х, когда краевые эфиры сократили по времени. По мнению Рачковской, региональное радио всегда было острее и качественнее, а на Алтайском выросли поколения профессионалов. Кстати, Лилия Рачковская просила передать, преемниками она довольна. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, «День с толком». Продолжим. Главное – с душой. Алтайских осужденных учат печь ароматный вкусный хлеб. В лечебно-исправительном учреждении Барнаула на днях побывали гости из Республики Алтай. В местах лишения свободы они провели мастер-класс для будущих пекарей. Рецепт вкусного хлеба узнавала и наша съемочная группа. Пшеничный, белый, формовой. Осужденные разделились на две бригады. Каждая должна испечь по 3 буханки хлеба. Больше 20 алтайских осужденных, которые получают в местах лишения свободы профессию пекарь, самостоятельно рассчитывают сырье, замешивают тесто, формируют изделия, а после выпекают. В свободной жизни ты сталкивался с такими работами, как вот... Только дома. Только дома, если пекли, то мама что-нибудь покажет или сестра, помогаешь, так что-нибудь делаешь. Ну, это было интересно, но только любительски. Если раньше было вкусно на любителя, то теперь буханки манят даже визуально. Главный рецепт, говорят осужденные, все делать с душой. Кстати, свои знания удалось дополнить. Открытый урок по изготовлению хлебобулочных изделий для них провели мастера из Республики Алтай. Всегда, когда приезжаю сюда и смотрю, что классы оснащены, вот, у нас нет интерактивной доски. Это наше прямо вот желание, чтобы наши осужденные после отбывания наказания могли социально адаптироваться, мы должны им предоставить ту информацию, которая будет нужна им в дальнейшем, когда они устроятся уже на работу. После учебной и производственной практики осужденные сдают экзамен, получают свидетельство и 3-й разряд. Разряд соответствует тем возможностям, которые у нас востребованы на предприятиях общепита. То есть столовых принимают рабочих с 3-м разрядом. Профессия пекарь в колонии – хорошая стартовая возможность для осужденных. Возможно, выйдя на свободу, они захотят повысить разряд, устроиться в кафе и, чем черт не шутит, стать кондитерами, которые готовят порой такую выпечку и торты, за которыми выстраиваются очереди. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Они выигрывали чемпионат Европы и становились лучшими в мире. Представляли нашу страну на Олимпийских играх в Токио. Лучших спортсменов и тренеров из Алтайского края накануне наградили в правительстве. Всего почетных грамот удостоились 46 представителей разных видов спорта. Подробности далее.
День, когда в одном месте собрались гребцы, лыжники, представители игровых видов спорта, знаменуется как подведение итогов и награждение лучших спортсменов и их тренеров. В зале и заслуженные мастера спорта, и кандидаты. Спасибо нашей спортивной команде и каждому персонально, спортсменам, тренерам, родственникам за труд, за терпение, за упорство, за то, что своими победами прославляете наш край. Каждый из спортсменов в этом сезоне выступал на крупных турнирах. Некоторые удостоились права поехать на Олимпиаду. Но даже этот уровень соревнований не позволяет многим спортсменам оценить свой сезон на отлично. Сезон был довольно-таки хороший, но думаю, оценку дам 6,5 из 10, так как не все реализовал и не получилось хорошо выступить на Олимпийских играх. Я думаю, мы чуть-чуть ошиблись в подготовке, и поэтому я и мы сокомандники так плохо выглядели. Специальный приз в номинации «Олимпийская доблесть» Алтайского края вручили стрелку Сергею Каменскому. Бийчанин на последней Олимпиаде завоевал бронзовую и серебряную медали. Что хочу сказать. Несмотря на то, что возникает много трудностей сейчас, я призываю всех спортсменов не опускать руки, тренироваться и идти вперед. По итогам награждения памятные дипломы и кубки получили 35 спортсменов и 11 тренеров. Сейчас у кого-то небольшой отпуск, а кто-то уже начинает готовиться к новому сезону. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. И снова к важному праздничному событию – 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Отпраздновать ее обещают грандиозно. Так только в Барнауле 9 мая проведут больше десятка масштабных мероприятий. В 9 утра на Социалистическом проспекте начнется праздничная программа «Победный май». Параллельно на площади Победы развернет свою работу большая выставка ретро-техники. Ровно в 10 свое торжественное построение начнут войска Барнаульского гарнизона. А через 40 минут по главному проспекту города выдвинется бессмертный полк. Тысячи барнаульцев пройдут с портретами своих родственников от площади Октября до улицы Молодежной. Днем концертные программы начнутся на набережной Аби. Мероприятия ко Дню Победы в целом пройдут во всех районах города. Завершат их яркие фейерверки в 22:00, которые будут греметь дольше обычного – целых 8 минут. А на этом у меня все. Напомню, что для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. С наступающим праздником мира и добра всем. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар».